Госпожа, вы слишком устали. Нужно вам отдохнуть. Шехзаде скоро поправится. А вдруг он снова перестанет дышать? Но уж нет. Пусть лучше он будет у меня на виду. Я Джихангира к себе возьму. У меня ему будет хорошо. Мальчик мой милый, нельзя. Пусть он здесь останется. Шехзаде, он еще не совсем здоров. Он должен оставаться под присмотром. Иди сюда. Джихангир, маленький мой сынок. Какое счастье! Не забрал тебя у нас Аллах. Какой же он миленький! Джихангир, смотри, мы здесь! Джихангир! Дай мне посмотреть! Селим, отойди отсюда! Сам отойди, я хочу посмотреть! Мама! Перестаньте ссориться. Дайте отдохнуть братику. Он еще не совсем поправился. Эсма. Слушаю, госпожа. Отведи детей в комнату. Джихангир останется здесь? Юсеф Эфенди решил, что пока он совсем не поправится, будет спать здесь. Ну-ка, Мехмед, Мехримах, отведите своих братьев. Джихангир. Джихангир. Госпожа, терпение вам. Аллах да пошлет всем нам здоровья. Благодарю. Слава Аллаху, Джихангиру лучше. Он очнулся. Вы что же, не слышали? Я велела тебе не показываться. Как тебе духу хватило со мной говорить? Неса Хатун, о чем она? Госпожа, повелитель тяжело болен. Говорят, он при смерти. Thank you.
Сулейман, скажите, скажите, что он жив. Он жив, Хюрем. Мой брат жив. Хюрем. С тобой, как в раю, тебе себя дарю и бесконечно люблю. Лишь приди, ублажи, я жду сердца моего, госпожу. За тобой я пойду, украду, к небесам тебя вознесу и спою. Одарю, лишь приди, обними и люби свет очей моих. Хюрем моя, веселье, радость, вечный праздник, мой ясный месяц, мой свет во тьме, мое сияющее солнце, моя горящая свеча, мой померанец милый, нежный и душистый, владычица души моей, ты мой наставник, друг, ты госпожа, властительница, центр мироздания, я раб твой и навеки им останусь. Волосы словно шелк, брови будто натянутый лук, глаза, что сводит с ума. Я болен тобой, я без сил, если умру, в том ты повинна будешь. Зову тебя на помощь, любимая моя. Частица души моей, мой повелитель, свет очей моих, мой господин. И ночи не проходит, чтобы мир не воспламенялся от искры огня, что рождает мой стон. И утро не бывает, чтобы небеса не разверзлись от плача, что рожден желанием увидеть ваш лучезарный лик. Частица души моей, свет очей моих, надежда моя двух миров. Клянусь, ради вас живу я в этом мире. Не высказать моих чувств словами, не излить их на бумаге. Если бы моря стали чернилами, а деревья превратились бы в перья, то выразили бы они все горе от этой разлуки, то молили бы Аллаха: «О Всевышний, соедини эту рабыню любви с ее повелителем». Частичка души моей, мой повелитель, я вверяю вас Аллаху Всемогущему. Ты не спишь уже несколько дней. Ты устала. Иди к себе, отдохни чуть-чуть. Я буду здесь. Нет. Я с повелителем быть должна. Я ему сейчас нужна, а он нужен мне. Не забудь, ты еще и детям своим нужна. Пойди посмотри, как они там. Проведи эту ночь вместе с ними. Успокой малышей.